Вчера, когда мы ходили, сколько, блин, пухи 3, наверное, выпало, блин, за весь рейд. Вот эти ручки, блин. Я... Выпал этот посох, кинжал. Что-то еще выпало. А, Ну, двуручка именно дробяш, меч, два меча, по-моему, было, да? Я такой думаю, блин, такая обида, я не напали, блин, так охота была одним из этих мечей. тебе на танка пуха нужно было? Не, ну, на танка как бы тоже, но вот этот меч двуручный нужен на ретрика уже. Как, а он же не выпал, по-моему. Там дробяшка и два меча, по-моему, было, то ли топорики. А, топорики падали, да. Ебать, было вот так ах будем дела, блядь. Чопер, давайте это быстрее там, пацанов, пульте. За Чего вы это, снаряды назад возим. выйдете? Или вы хотите ачивку на быстрое убийство? В принципе, у нас не покоцанные, все можем и убить сразу. Сидите, Если тогда он все заходите внутрь. их сломает, то Колчедан, сейчас. стакайте на фул. Собери. Рогалик, собери колчедон. Запомни мой разрушитель в таргет и обновляй его по КД. Еще один. Поджигайте лужу. Давайте все пуляем сразу же. Погнали. А где ачивка-то, ёпта? Ну, кто-то починился или ее завезли? А, кто-то сделал каку. Ну ладно. Шапка выпала и меч с подэшной. Острокрыло? Да, на острокрыло идем. Давайте ролик кому надо. А у нас получается маг и лок.
Лок, ПГЦ. Что-то в одного ебанем танка, или в два? В одного. Тоже ролим. Получается. Друли тоже могут, если очень надо. Окей. Рыба стоит. Запускайте. А, стоп, этот... так, у меня всего два свитка на престобафы, больше нету. Я, короче, их потом прожжу, если это требуется. Можешь прожать, у меня стак есть. Лады, прожал. Так, фласочки на ДПС пропиваем. Кому надо на этот... Ауры тоже прочекайте. У меня вроде да. Все есть, все три бафа, вообще отличный огонь, молодцы. Тихните столик. У меня уже достаточно таких предметов. Так, на бафы. Все, я запускаю. У нас есть протопал? Да. Давайте под рулем просто. Тогда каски не будет. Что-то кто-то другой баф. А зачем? Они с каской все равно не складываются. То, что именно минус 3% урона. Да фигня. Ну надо обычному ДДшке. Танку еще понимаю. Только на пулевой в Криоре, а не в Варстайл. Я поставил метку на пулю в Криоре. Гарпуны это активируйте. Так, Лок, ты нам гарпуна будешь, сейчас я активирую. Да, трэш. Блять, ну спустилась. Тащите трэш сюда тогда. Лок, поставь портал к гарпунам сейчас, когда она взлетит. Морду уйдите. Не влезайте далеко, неудобно так. Буксал БР, Бойлайт. Бернул. Гарпуны.
Карпунный лук, давай. Молодец. Поехали. Опять два спарматера, нифига себе. Где вот эта девушка? Хочу носовую такую. Рольте все, кому надо, даже хилы. Так, что, будем бить этого или пропустим? Да чего? Да давай убьем. Ой-ой-ой, на нас дома капнуты. Нет, фигня себе забралась. Кому-то надо, пишите. Надо кому? Нет. Ну, я так и думал. За АД просто лучше идти. Ну вот я про то же. Давайте прохилитесь, пускай стаки спадут. Неплохо. Если учитывать то, что я всего лишь 212 с дерьмовыми пухами, 6к ДПС. Я при том ШП 6200, да? 203. Да вообще офигел, блин. 220 хант, 500. Первый стан, да? Чё дальше? Блять, не успел что-то.
Ну это нормально вообще. Ладно, сейчас пройду сам. Что-то капец. Лок одного забань. Лок думает, ему ничего не надо делать. Прием, лок, изгнание. Лок, бань, лок, ну забань, лока. Лок. Он думает, что это такое. Изгнание. Красиво. Зеленая давай. Рука у тебя есть на панели, прием. И тут лок, плюс они в рейд чат. Господи. Вы много слов говорите. Ну он не готов просто банить. А, подождите, он перезагружается. Перезагружается? Ну, Лок, давай, раздупляйся, кинь, изгнание. Зеленая рука такая. А мы, кстати, рыбу ели, да? Я что-то произвел. На первом боссе ели. Я проспал просто момент. Я же еще говорил, рыбу поешьте. Ну да, точно. Знаю, так. Обновляй, смотри. Хотя ладно, не надо, сейчас убью. Вот у меня также в прошлый раз. Просто зачем туда подходить? А, он не подходил. Его кинуло этим тайфуном. Ну, даже есть. Ты же видел, что он десантировался на них. Блин, как бесит, что это сбить нельзя. Ну, с кем-то можно, блин, не успел в каст. Каста не хватает. Да еще дамажит так, да? Да, оно в смысле не прекращаясь. И подкидывает, и подкидывает, и подкидывает, и играет, тобой жонглирует. Бесит, бесит. Ну, как-то быстро каст даже докастоваться не успевает. Самая проблема, что оно от хилов отбрасывается. Я почитал тактику на йога, когда перевели с китайского, когда первые в мире они убили, там пиздец. Ну, плюс ноль. Сейчас я понял нерв, который сделали они у мобов, что каст похищения жизни не зависит от хп моба. Типа, если 100% у моба хп, то он 35 тысяч за тик дает, а там 3 тика. Вот. А когда 1% у него, он 2000 за тик похищает. Вот, если они сделали какой-то более-менее вменяемый тик, то их даже и бить не надо, типа. Ну, точнее, они написали в обнове, типа, независимо от хп моба, блять. Так его и бить, значит, не надо. То есть тактика меняется напрочь. Если кто-то вообще понял про какие-то... Рыбу кушаем. Так, на бафы. Все готовы, бля. И поставить. Так, аура огня есть? Есть. Ваша кровь закалит оружие, которым был завоеван этот мир. Вперед, войны железного деятеля. Все, можете бить. Так, у нас Холли Пал с кастерской аурой. Угу. У тебя мастер аур есть? Угу. В команде дашь? Угу. Я знаю.
Ну, короче, на первый каст давай тогда сразу, без команды. Вот сейчас. Красавцы. Ай, он меня бьет. Так а чем они не раскаляются? Наверное, на трех раскалю. Ай. Опять бью. Так, все, я раскаленные завожу, аккуратно смотрите. Разбить, РДД. Сейчас я дам. Запарил. Ебать, смотри, как он улегся. Печной камень упал. Танки. Параша этот камень. А, только друида танку может подойти. Ебать, он левитирует просто, блядь. Короче, вам не нужно, я так понял. Да не, параша с сана. Ну, друиду я как надевал как раз его на дополнительный сейф. Что-то там кто-то говорил, блядь, если возле компактобота стоять, то он не шотает. Шотает. Просто Джиншу набирают обычно, чтобы он не разносил урон. И тогда обычно выживает. Давай я его покорню. Он не выйдет с корней? Нет. Ебать. Техника зачем? Ну типа я ему первый купол сбил. Нет, корни зачем?
Да не в того. Отойдите, перестаньте. Отошли. Компакт-обот. Он не напиет, 2004. Это проблема НХ во всех рейдах. И не только в Ульде. Я с бургами ходил, они подсказали, если его по КД ставить, а корнить, то очень большой процент, что он не выйдет оттуда вообще. А феррал ты корнишь? У нас нет феррал. А нечаянно кто? Сова? Сова. А, блин, точно, что-то мучусь. Перекорни его. Понимаю. Сдох много, здрасте. Артстайл, знаешь, в чем проблема ретриков в Ульде? У них тоже мало хп. Проще было, блядь, отвести его, короче, к стенке. Только это надо было арт-стайл утром сделать. Он там вообще стоит спокойно, ни в кого не чаржится. Если его в цель запомнить, видно, когда у тебя слетает все. Легко кормить. Так, ну чё, давайте. Все тут? Нет, Войда нет. А вот он. Бафы проверьте. Я, наверное, поставлю. Или что, или хасту оставить, а ханта вспекнуть в природу. Да нахуя тут природа? От искорок. Ну, в принципе, да. Посмотрим, как оно пойдет. Если хилы скажут, что высохли, поставим. Два имя. А, бля. Бурсты только нет, давай. Антон набираем. Видимо, кучка. Кучка. Просто выносим. Приготовились. Все, трэш заливаю. Бомба.
Арце. Ты такой большой, так светишься. Сзади еще хламобот этот. Испробовал, мили. Убейте хламоботов, пока не восстановили. Сейчас прохиливаем нечаянно. Давай павер на БР. Лок. Поближе к меликам. Освичьте все в искру, что я этот выношу. Хоть заход эти срезу. Спасибо. Да это плохо было. Не вынес. Ну, на танке просто был. Не, не про тебя, там этот желтый не вынесли. Барнуть помните? Артстайл, да. Искру сыграть. Давайте дожимаем хильти. Огонь. Ну, мечик попал. Вот и мечик. И танка печать. Это я ролл так написал. Чё, кому?
Все, 3-2-1. Что там, 20 сил вставлять, да? Ага. Так, ком. Печать, я даже не знаю. Ну, печально, тут статы хуже, чем 213-х, блин. Так что... Ну, давай, пускай пылится. Может, когда-нибудь пригодится мастерство и соки. У меня даже, по-моему, на ДК такая где-то. У тебя стрие и зира. Ой, кольцо и зира еще есть. Так, народ, дальше я не был. Куда лететь? Никуда не лететь. Кто это спрашивает? Во. Ну тыкни на портал. Ну, куда избить? Чё ты там видишь? Стебюли нажми. Экспериментируй, порталы во все стороны работают. Потыкай в порталы, посмотри, где ты появляешься. И не спрашивай никогда. И будешь красавчиком. О, бля, а у меня на одной кухне не было оружия. Господи, бафа, я думал, что такое. Так, ладно. Давайте играем через железных ремонтников. У вас крест есть у него. Кто умер? Вставайте сразу. Смотрим на. Сейчас по кресту смотрим. Даем станы, когда они выхлопы свои дают. Мили. Локо, в следующий раз одного в этого. В изгнании. Да зачем? Они не такие же. Ну, просто иногда дыхание срубает мелких танков. Стан можно давать. Что, собрание сначала? Конечно. Что, мне танч тиллиард ставил? В одного танка идет. Это серьезно. Я вчера друид медведем 206-м вытанчил как-то. Медведя здраво. Три увечья попадают по трем целям, прям сок. Криори уже тоже танчит, так что понимаете. Ну, я тоже за ДК танчу. Я из-за всех танков вытанчу. Даже да, там ничего как бы сложного нету, главное, чтобы рейд нормально все делал.
какой молодец. Ты помнишь, как переагривать на Last Boss? Типа отвлекающий вилки и убежал, пока с тебя не снимут. Ну вот. Попробуй сейчас вот какого-то забань, чтобы по танку меньше огня пришло. Сейчас мы ему еще стан в касты и манем. Хуйня получилась, конечно. Бан сняли, походу. То ли он его разбанил, то ли что. Эй, практикуем. Посматривайте мобов, может, с них что-то упадет. Я смотрю. Как заебись быть алхимиком? Банки бесплатные на ману, блядь. Бесконечные. Щиток бы выбить отсюда топовый. Или он откуда падает? С мастерством. С мастерством? Нет. Никакого. На хапало какой-то был. Или это с ходора? Ну, паролем с тобой. Не отсюда. Меня просто до сих пор урона, блин, с Накса. Так, все, давайте поели. Смотрите, какая тут... Какие-то вопросы есть по тактике у кого? Слушай, смотри, мы убиваем второго, я переагриваю третьего большого и даю на пол на танк, правильно? Ну смотри, сначала как происходит. Ты переагриваешь, ты вырастаешь, говоришь, забирай. Он забирает, а потом ты сразу даешь на пол на танк, да. То есть мы будем ждать твоего «забирай», чтобы он забрал, и мы погнали в Геру и запущу, и все, будешь этот, давать full top DPS. Так, все, все готовы, давайте готовность. Погнали. Бьем сначала буревестник. Дайте собрать. Косты сбиваем. Дома. Диспел обязательно. Так выводим. Большой вроде. Свечу мастера рун. Нечаянно дай индер. Мак, не забывай воровать. Кто у кого индер просил? Войду. Закинул орду. Хорошо, наберите. Зачем орду? Так, разбежались. Сейчас будет зеленая. Отлично. Подводи потихоньку.
Разошлись. Так, Хант, приготовься. Рано. Дунки прожал. Все, давай, забирай, да? Ага, понимаю. Приготовься, это не значит собирай. Это значит внимание обрати. Давайте попробуем. Ну, не вышло. Хантера на переагрел, из-за этого он уже получил баф на урон. Ты... То есть его бернули зачем-то. Ты, Хант, во-первых, дальше отойди на максимальное расстояние 40 метров. И когда умирает средний, секунду прям ждешь, ну, полсекунды, и нажимаешь вот этот отвлекающий выстрел. Босс пока дойдет. Да он еще не умер, он уже переагрел, в этом-то и прикол. Ну вот, ты смотри, чтоб средний умер сначала, средний, потом только ты нажимаешь на большого отвлекающий. Он вешает его через секунду, как средний умирает. Все, все, он в курсе темы, просто чуть-чуть подпишел. Да, народ, если кто-то умирает здесь, то лучше его не БРТ лишний раз, потому что если он умрет, он без бафа в любом случае будет. И то есть по нему прилетит урон, и он умрет, и он бафнет босса еще на 25% урон. На ластфазе не БРим никого. Я вообще БРю только по команде. Да, давайте без команды не БРите. Это как Гавай. Бэрим его. 4 друида. Один раз там 3 бэра слили просто в одного. Не, ну надо говорить лучше, кто кого. Потому что это... Люди не так. Экстрасенсы. У меня нет уже свитков больше. Давай, мочи крипы. Все, все подойдут? А, да. Вижу, Войт еще идет. Тут, наверное, лучше на саппорт бухануть, да? Не. И да, на третьей фазе все ренжоны берите друг от друга, потому что там АОЕшка накидывается, его просто все разносит урон. На третьей фазе, да, друг от друга просто разбегитесь по максимально как-то. Типа, чтобы вот сколько там у него, сейчас я проверю. 10, по-моему, метров. А, не проверю, опять забагалось. Ну, 10 метров должно быть достаточно, я, насколько я помню. Лап только. А, все, все есть. Че, по бафам у всех все? По 5 по друиду. Молодцы. Давайте. Еще разок. Хороший трей. Этот, в конце что-то это. Что-то не вышло. Че, все готово? Да, гуляй. Ну, тебе если что, помощника дал, ты тоже можешь видеть готовность. Нечаянно, давай войду. Привет, есть кто? Не страй. Край.
стоит или нет? Тихо. Потихо. У нас рейд. А, после я выйти не могу, ладно. Это плохо. Дожди печально было. Все же жили ГПМ. Это ложимся. Пас фул, да? Угу. Да. Ну ладно. Да что-то не заходит, ладно. Ну, не знаю. Вроде нормально. Стояли так охуенно еще, да, пачкой, блядь. Думали, все заебись. Наверное, на смерти, да, было? Ясно. Угу. Мелкий сдох, он там синюю кастует, потом сразу зеленый. Я что-то прозевал. А я вообще за хила играю, не смотрю. Когда за любимый класс начинаешь дамажить, у меня бывает, что я увлекаюсь. Особенно сейчас я немножко поменял себе билд на этот, на СПДНХ. Точнее, не билд, а этот шмот. Смотрю, как оно все дамажит. У кого-нибудь вообще из гильдии есть триня вот эта скалагарна 100 духа, которая и уменьшает цену? Я не видел. Сука, я ее на хэписта хочу. Да. И на друля. Прям вообще топ хэпристер друг. Что за триня, что дает? Блять, мне что-то казалось, что там 84 единицы, сука, а там 42. Лапу. Лапу. И интеллект, наверное, еще. Если кто хочет или может, включите стрим, там просят в ПМ. Я просто вообще с ноута сижу. С пула, говорит, да, Ментон, ну, тогда пуляй. Ружье сразу наберите, народ. Потихоньку рассоситесь. Давай, нечаянно. Так, выводим. Аккуратно, сейчас будет ружье. Буксал БР нечаянно. Разбежались. Расшифруйте вот это!
Чайный Берни его быстрее. Добивайте. Так, да. Господи. Все тогда врут он бегом. Никакого бы. Диспел. Репота прожмите. Так, от меня отойдите. Нормально. Поднимайте, павших. Диск с разролем к нам. Тапочки. Че, никому не нужен диск? Да, ты бы через ОР кидал. Я просто не знаю, что это такое. Это квест. Давай. Ай, блин. Нифига ты даешь. Да елки, просрал еще такую штуку. Отдай ему. Он передается. Так, сфера в ГБ пойдет. Пояс этот нужен кому? У меня другой. Сейчас я сравню. Пояс он на аэродром. 56. Ну, с дыркой. Ну, с дыркой. Кому нужен на аэродру, давайте. Ну, может быть, он на сову нормально. Да не, на сову другой. Очень нечаянно. Интеллекта меньше всего, меньше пусть забирает. Мне кажется, за ОД лучше. Сапоги. Ладно. Да, там 213 вроде крита меньше. На этих. Зато это было выше. Квест, если что, сдавать дальше там по этой. В этой же комнате с собранием. А там, где мы были? У вас трай закончился? Что? Закончился трай? Да. Эд, у меня такой вопрос на миллион. Вот мне от одна ты восьмая осталась, нахуй, с одного босса. Может кто-нибудь уступить место? Взять, потому что я на этой неделе работаю, я нахуй КД так и не потрачу. Может, как будто там не принципиально, мне вот либо плечи, либо перчи осталось взять. Не, ну если нет, если кто-то уступит, просто на 1-2 босса так зайти. Артстайл говорит, что может с Мимирона уступить. А с Мимирона там что падает? Штаны, да вроде, не? Надо посмотреть. Ну ты пойми, что у нас на твой токен 4 претендента. А, ну ладно тогда. Мимирон — это голова. Да вот и мораль. Башка у меня есть. Тебе ну надо на Фрея идти. Там на Фрея? Да. Или Торим. На плечи. Это ну, раз, 4 претендента, тогда нахуй на то, ладно. Да, собей. Че там фласки еще остались у ребят? Играем тоже в одного танка, бьем тело, руку. Буксал, ты там все? Почти добежал. Окей, тебе рыбу надо?
Не, все здесь. Проще тело бить. Тело, руку. Руку, чтобы отпустило человека. А, ну да. Все. Все готовы. Оу. Хватка. Выпустил в тело. В руку. В тело. Руку. В тело. Руку дави. Всякая параша выпадает. Угу. Классно, ты как став. Заметили? Вот и я не заметил. Угу. Где там эта курва? Ой. Пьем так, чтобы убить их одновременно. Свищнись другого. Нормально. Заповедь встревоженной дичи. Ролл кому надо. Звучит пиздец.
Типа Женек встревожен. Чисто из-за названия, блин. Понимаю. Ну, собственно, кто паролил, тот и получил. Кто успел, того и сапоги встревожены дичи. Курва идет. Перепейте фласки, а то закончили. Кто не алхимик. Шо он тут далеко? Так, кто у нас сбивает косты? Рога, я. Ну ты, так, походу, только будешь сбивать. У тебя ведь это манга. Пронизывающий и тотем ставит. Ну я на танках там перенес, чтобы тремор на него работал. Че, че вы тут делаете все? Идите, идите, пожалуйста, за стену. Хан, тропу кинь туда. Че, не кинул, что ли? Кинь трапу туда, говоришь. Прием. Юберный термин святор. Так, все, назад, назад. Так, Гера пошла, играем по часовой. Так, приготовьтесь отходить. Отошли. Тремор стоит, но что-то долго снимал. Ну, понимаю, эта тренька вообще не хочет падать. Зато жезл ПКД. Вчера вроде тоже падал, да? Угу. Че-то лок, нормальный ролик, как конь.
Просто красиво. Так, Хадира чистим. Наркоман. Я только сошел, а тут меня надышали вот этим перегаром. Кто еще приморозил Брента? У нас еще и ДК нету. Маг, блять, ну зачем? Хватит это терпеть. Дал стан. Денисенко же пошел, блядь. Так, обязательно все палы выставите ауру от мороза на этом боссе. Ну, кроме хила, хил себя свою оставляет. Чтобы мы не казус не случилось, в общем. Случились уже. Да, это то, что там эта херня. Это когда загробника не банишь, такое случается. Да его когда банишь, потом когда бьешь, такое случается. Да не, там уже нормально можно встать. А тут все паника, наш ДПС на трех мобах накрутить, ё-моё. Не в этом дело. Они сами дают эту вот дурацкую тему, как она называется-то. Господи, блайнд. Да, просто до пула пака банится загробник и спокойно убивается. Они же не откидывают в сугроб. Блайнд, ну далеко от тучки стоят. Первый стан кто даст? Ладно, давай я дам. А, это не дайте ему. Все, теперь я. А, бесполезно. Дайте ему пройти, чтобы загробник этого не согрели. Чисто нечаянно такой. Оп, оп, что? Согрели? На посох просто согрелся. Кто сказал загробника согреть? Вот, сказано, сделано. Да вы угораете, что ли? Опять залетел. Супермен. Ты знаешь этот фильм с Джеки Чаном, «Доспехи Бога», где они там вентилятор там. Этот, я, говорит, Супермен, блять, где он бился-то с этими типами? Сейчас пока себе кину. Супер удар ногами, блин. Лока, ты умеешь разбанивать? Я сейчас что сделал. А то он в чат писали. О, сейчас бань вот этого дурака, загробника. Мы трех сольем и потом уже этого сольем. Спокойно там стан ему дадим. Что там такое выпало? Хаста. Ну-ка, какая у меня? О, давай. А, блядь, тут крит. Ну похер, давай. А, у нас. Нет, не дам. А на второй спек можно рулить? Так, Лок, иди этот. Четыре шмотки паролил. Давай-ка ты это. Иди. Подостановишься. Во-первых, это шмотка на хила. Не обязательно. Ну, Локу МП5. Разве тут МП5? А что там было? Критско. А, нихуя. Так это мне надо, ебать. Так роль. Это на Лок. Да я ролил уже, блядь. Сколько вон я кинул? 46.
Все равно лук сорят. Ты 5 шмоток уже полутал. Все, без лута идешь. Да не, ну это капец. Токены только остаются себе, лок, и все, хватит. Хватит. Скажем, нет. Хватит это терпеть, блядь. Да, мне просто ну, до сих пор хожу с ловкостью, блядь. Ну, какого, блин? На юберный театр. Че там, опять Ермунгара? Да. Листы, блядь.